Друзья, всем привет! Инвалидные коляски, рады вас видеть на нашем канале. Сегодня у нас обзор на коляску с ручным приводом. Это коляска от итальянского бренда Nuovo Blandino. Модель GR117 Palsy. Коляска в комплектации с подголовником идет, с боковыми поддержками. Она идеально подходит для людей с ДЦП. Подголовник идет сетчатый, с возможностью регулировки по высоте, по вылету. Также боковые поддержки есть в комплекте. Боковые поддержки не дают пользователю заваливаться вправо в левый бок. Спинка и подушка сиденья выполнены тоже из такого сетчатого материала. Это все чехлы, они легко снимаются и моются. Ширина сиденья у коляски 48 сантиметров. Грузоподъемность до 120 килограмм. Спинка также съемная, с ремнями натяжения жесткости. Также у коляски есть тормоза для сопровождающего лица. Антиопрокидыватели, которые при необходимости можно снять. И, что немаловажно, это транзитные колеса. Транзитные колеса помогают при узких дверных проемах. Общая ширина коляски идет 68 сантиметров. Задние колеса быстросъемные. То есть, если, например, у вас какой-то узкий дверной проем, узкий лифт, да, естественно, при помощи сопровождающего лица снимаются здесь вот при помощи кнопочной фиксации, да, задние колеса, и коляску с пользователем можно легко при помощи вот этих транзитных колесиков, вот этих вот, завести. Подлокотники быстросъемные, и они еще регулируются по высоте. Вот здесь при помощи барашка можно отрегулировать высоту подлокотника. Также подлокотники можно отрегулировать по ширине. Тоже при помощи барашка. Вот это вот. Можно расширить подлокотники. Сделать ширину сидения пошире. Ну и, конечно же, в данной комплектации у коляски есть подножки с регулировкой угла наклона. Пластиковые опоры, мягкие накладки для икр и регулировку угла наклона. При помощи рычажка подножку также можно отрегулировать по удобству. Колеса передние и задние пневматические. Сама рама коляски стальная. Сразу обращаю внимание, коляска не такая легкая в совокупности со всеми комплектующими. Наверное, вес порядка 23-24 килограмм идет. Но конструкция коляски складная, естественно. Чтобы сложить коляску, это нужно снять подголовник, снять вот этот вот рычаг жесткости. И коляска складывается методом книжки, как и все стандартные коляски с ручным приводом. Так что, дорогие друзья, кого заинтересовала данная модель, прошу, пишите, звоните нам.
ответим на все вопросы, предоставим любую информацию. Спасибо за внимание. Пока-пока.